Друзья, всем доброе утро. Сегодня 34-й день, когда я веду здоровый образ жизни. Не пью алкоголь, не курю сигареты, занимаюсь спортом, утром рано просыпаюсь. Вот, меня зовут Илья, это дневник утра. Сегодня мы с вами позанимаемся спортом, поставим какую-то цель. И я расскажу вам, почему я бросил пить алкоголь, да, и почему я другим не рекомендую. Ну и как это повлияло на мою жизнь, потому что я уже сегодня, вот, как 34-й день не употребляю алкоголь. Вот, и расскажу, как я себя чувствую. Так, и друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои вопросы, пожелания. Это очень сильно повлияет на продвижение видео в YouTube, и это поддержка для меня очень большая. Вот, друзья, и что? Посмотрите, какие здесь виды крутые. Вот, и поехали. Ну что ж, давайте пообщаемся с вами по поводу того, почему я бросил алкоголь, да, и почему другим не рекомендую. Бросил я алкоголь, потому что я понял, что мне нужно что-то кардинально менять в своей жизни. Ну, точно так же, как и курение. То есть я выявил, что у меня есть в моей жизни две привычки, которые просто отравляют мою жизнь, мою продуктивность, там, разрушают мои мозги, здоровье и тому подобное. Я кучу всяких предпринимал каких-то действий перед, ну, для того, чтобы быть там продуктивнее, да, здоровее и тому подобное. Но я почему-то, знаете, как будто я зашорился, и почему-то я в жизни в своей просто не замечал вот эти вот две большие проблемы: алкоголь и сигареты, да. Я постоянно находил в чем-то проблему, почему, думаю, то у меня не получается, почему у меня там не хватает мотивации то закончить. Ну, и, короче, кучу перебирал, ходил на тренинги всякие, там, лично основного развития. Не, ну это хорошо, что я на них ходил, я и дальше буду ходить, но просто я пытался найти, в чем зарыта вот эта вот проблема какая-то, искал там что-то внутри, перебирал, блин, а ну просто наяву было это все, тупо курение, тупо алкоголь. Ну вот это то, что меня, то, что рушило мой организм, то, что отравляло всю мою жизнь. Ну это я вот на полном серьезе говорю. Вот, то есть я понял, что я систематически употребляю алкоголь, я систематически курю сигареты. Я подумал, думаю, а что если убрать вот эти вот две привычки, как у меня, что у меня будет с моей жизнью? Вот, потому что я понимаю, что у меня там, ну, я там в какой-то момент употребляю, да, алкоголь, у меня на следующее утро там мне не здоровится, да, не очень мне хорошо, не особо там соображают мозги и тому подобное. Вот если вот это все убрать, то так, из плюсов я отказался от курения, значит, у меня в сутках реально стало больше часов. Я как в одном из видео уже говорил о том, что раньше я проживал 3 часа, сейчас я проживаю все 24 часа. У меня появилось больше мотивации, у меня появилось больше мотивации к действиям, больше действий у меня появилось. Я начал действительно шаг за шагом идти к своей цели. Если до этого у меня было идешь, бах, упал, были какие-то ямы, да, по достижению к цели. Они и так бывают, конечно, ну а тут они были прям, как это сказать, специально мною создано, да. Меньше денег стало уходить. Те деньги, которые, даже половина тех денег, которые могли раньше уходить на вот эти вот плохие привычки, сейчас они уходят, ну, просто на влог, допустим. По минусам, минусов я пока не заметил, если честно. Вот еще скажу такую историю, как раньше у меня было. Вот если какое-то происходит днем, если происходит какая-то стрессовая ситуация, ты думаешь, господи, надо себя как-то вознаградить чем-то, там, выпить вечерком пивка. Вот. А на самом деле ты-то себя не вознаграждаешь этим. Ты на самом деле себе еще хуже за счет этого делаешь. Потому что ты когда выпил, ну, получается, у тебя ты как бы от проблем-то уходишь. Но когда ты просыпаешься, у тебя, мне такое ощущение, по твоему отношению, да, к проблемам, у тебя появляется в 2 раза больше проблем. Но ты проблемы не решаешь. И если постоянно так систематически употреблять, то ты просто накапливаешь себе проблемы. И что? Ну и ты просто дальше не знаешь как другого выхода, как от этих проблем еще можно убежать, кроме как опять насинячиться, опять напиться и забыться, да? В общем, капец. We'll be right back.
самом деле, знаете, по поводу алкоголя и курения, если человек сам не примет решение, никто ничего никогда не сделает. И чем больше ты будешь от него его ограничивать от этого, тем больше у него будет желание это видеть в своей жизни. В общем, друзья, буду я заканчивать. Могу сказать, что ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, решайте свои проблемы. Чем больше вы решаете проблем своих, тем больше у вас уверенности в себе, в своих силах. Если есть какие-то комментарии, пишите в комментариях, я на все вопросы отвечу. По поводу цели на сегодняшний день, я продолжаю цель вчерашнюю, которую ставил, и позавчерашнюю, да, мне осталось, я буду сегодня делать монтаж видео, вот, по монтажу видео я на сегодня, у меня 4 ролика запланировано, да, друзья, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.